29 сентября в Москве прошел первый российский этап эстафеты огня. Старт забегу был дан в парке Зарядье. Колбу с огнем в Москву доставили из Китая, где 26 сентября завершился международный этап. Одним из партнеров универсиады и участником эстафеты стала компания «Siberian Wellness». Мы очень много делаем для того, чтобы реально пропагандировать здоровый образ жизни. И для нас очень важно, что такие события, они помогают продвинуть принципы спортивного образа жизни. Это очень сильно помогает нам. 57 факелоносцев пробежали в общей сложности 7,5 километров мимо главных достопримечательностей столицы. Они доставили главный символ будущих соревнований на фестивальную аллею Олимпийского комплекса «Лужники». Здесь участники эстафеты зажгли городскую чашу огня и передали пламя следующему городу – Калининграду. До начала универсиады главный символ соревнований посетит 30 городов. Финальный этап пройдет 1 марта 2019 года в столице студенческих игр Красноярске. Мы родом из Сибири, и для нас очень важно, что впервые на территории Сибири проходит такое крупное мероприятие, которое привлечет внимание миллионов людей к нашей прекрасной земле.